Здравствуйте, сегодня у нас 11 сентября, и я хочу сделать новое видео. Давно я не делала такие разговорные видео. Ну, вся проблема в том, что у меня нету камеры, и я жду ноябрь, когда у меня наконец-то будет новая камера. А пока я снимаю на фотоаппарат, поэтому у меня будут они прерываться, потому что памяти в фотоаппарате очень мало. В общем, я хочу вам признаться, что я уже рассказывала, что на протяжении всей нашей жизни мы всегда совершаем какие-то глупости и ошибки. И сейчас я хочу рассказать о... Ну, я не знаю, может кто-то скажет, что это не была глупость и ошибка, но для меня это вообще ошибка моя номер один. То, о чем я жалею, то, о чем, что я просто впустую потратила деньги. Но это была моя мечта. В общем, я вам хочу признаться, у меня есть машина. Машина, она у меня не новая. Значит, к моменту ее покупки в 2010 году, она была 2002 года, ей тогда было 8 лет. Это Fiat Punto красного цвета. В общем, почему я ее купила? Как раз тогда ко мне приехал мой сын. И я, естественно, очень хотела, чтобы мой сын остался жить в Испании. Ему тогда было 19 лет. И мне очень-очень хотелось, чтобы он выучился на водителя. Вот. И я, собственно, машину эту купила ему. В тот момент я была еще замужем за испанцем, за Хуаном Мануэлем. И как бы, чтобы машина не простаивала, а у него машина была сломана, там был поврежден очень сильно передний кардан, я не разбираюсь в машинах, но, в общем, та часть, где держатся передние колеса, в общем, он попал в аварию, и там надо было, ну, в общем... Я не знаю, как по его словам, лучше было купить новую машину, у него Hyundai была зеленого цвета машина, чем типа ремонтировать. Но сейчас я думаю, что скорее всего это было просто вранье, что он, ну вот это такая вот особенность испанских людей, ну в смысле испанцев, что они очень такие, как бы, они только для себя все делают, они не умеют людям помогать, они как бы ничем жертвовать не умеют, они, ну, не умеют думать, а вот они такие эгоисты, они в себе все, в общем, все очень озабочены собой. И вот даже в какой-то момент, когда вот он попал в эту аварию, мне даже тогда показалось, что как бы он специально повредил, то есть врезался в столб колесом, и что там авария была незначительная. И это чтобы мне потом говорить, что у него нет машины, и он меня не может никуда возить. В общем, как-то, когда сын приехал, я его записала в Жироне на курсы, ну, испанского языка. А почему в Жироне? Потому что он у меня приехал летом, а все курсы бесплатные, они у нас начинаются где-то с апреля. Ой, что я болтаю. Господи, с октября месяца, вот. И я думала, чтобы не терять время, а так как он приехал в мае, остались только частные школы, которые летом давали такие ускоренные курсы испанского языка. В общем, я его записала в языковую школу в Жироне, заплатила за это 200 с чем-то евро, я уже не помню, за 3 месяца языковых курсов. Ну, плюс еще, конечно, литературу покупала. И, естественно, так как мы жили в Бедрересе, а в Бедрересе, в общем, автобусное сообщение, оно сейчас там хорошее, но раньше оно было отвратительное. И надо было ехать до Силса, остановка, значит, там. И там был train station, ну, то есть станция это, электрички, и оттуда легко и достаточно дешево. Ну, месячный билет покупаешь, месячный билет что-то 40 евро стоил туда-обратно в течение всего месяца. Сын у меня катался. Ну, в общем, так как автобусное сообщение у нас было очень ужасное,
то я все время просила Хуана Мануэля, чтобы он довез моего сына до станции. Это достился 5 минут до машины. Ничего он, собственно, не тратил. Одну неделю он повозил, потом он стал орать, чтобы я давала ему денег на бензин. В общем, я ему сказала, что ты сидишь на моей шее. А он как раз вот, когда мой сын приехал, стал с вами жить, он тут же испугался и устроился работать. И стал работать. И как бы, когда он стал возникать насчет того, что про бензин, там все такое, я говорю, ты целый год сидел на моей шее, давай как-то хоть возвращай то, что ты мне должен. Вот. Ну, в общем, на этом он не остановился, он стал со мной скандалить, и где-то через неделю он повредил свою машину. Вот я сейчас точно думаю, вот это мое подозрение, что машину, ну, в смысле, он, ну, чуть-чуть он ее помял, а мне он рассказывал, что... Ну, потому что, когда я вокруг машины ходила, я не знаю, я не видела, что там какое-то сильное повреждение было. И потом он все время говорил, что ее даже на груе надо вести, типа она сама не на своем ходу. А потом смотрю, она у него уже в гараже стоит. И, а как, говорю, она у тебя в гараж попала? И он, ну, так как, когда люди врут, они же не помнят, что они врут. Он говорит, так я заехал не в гараж. Я же говорю, а ты же сказал, что она у тебя не на ходу вообще. Ну, в общем, мерзкий человек, он и есть мерзкий человек. В общем, он сломал свою машину, а потом он ее втихаря починил и продал. Вот так. А так как в Испании, вот как и везде в Европе и в Америке, вы слышали, жить без транспорта абсолютно невозможно, вот в тот момент я и решила купить машину. Я не умею водить, я никогда не хотела быть водителем. Я почему ее решила купить для своего сына, чтобы у него был стимул остаться в Испании и научиться водить эту машину. Вот. Значит, он тут же сразу же обрадовался, пересел на эту машину, когда мы купила я ее буквально за копейки. Я тогда зарабатывала в 1500 евро, а со всеми там выплатами, с налогами и со всеми, что я заплатила, на 1800 всего евро была. То есть, как бы, ну, я не хочу сказать, но сейчас вот я думаю, что эти деньги были вообще выкинуты на ветер. Вот сейчас, когда вот я это все вспоминаю, что мне не надо было тогда этого делать, потому что машина Хуана Мануэля все еще тогда стояла в гараже, и он бы помучился, но это я так думаю, он бы все равно ее отремонтировал. Но вот я слишком поторопилась, мне не надо было. В общем, он стал ее эксплуатировать, эту машину, на все 100, везде стал ездить, при том, что он свою машину всегда очень жалел, а тут на этой машине он стал ездить все вплоть до там, до туалета. То есть, и тут начались опять у нас скандалы, что, ну, на работу на свою ездил, сына, значит, довозить досился до станции, он, плати мне за бензин. Я стала орать, что ты ездишь на моей машине, вообще на моей машине. Так что вообще скажи спасибо, я у тебя вообще ее отниму, если ты, значит, это будешь опять мне требовать деньги за бензин. Ну, представьте, вот что это за отношения в семье. Если твой муж... Вот представляете, вот что это такое за семья? Вот у нас с этим Хуаном Мануэлем была такая семья. У нас бумажка на аренду квартиры была сделана так, на двоих. То есть там было четко прописано, сколько я и сколько он платит за аренду. Вот, то есть вот были такая бумажка. Потом, значит, постоянные у нас были с ним как стычки, что вот, например, мы идем в магазин Меркадону, я иду с сыном, он идет с нами. Мы набираем полную корзинку еды, и он, значит, и при том, я первое время он такой наглый был. Я продолжаю. И вот продолжаю про Меркадону. И вот когда мы уже набрав полную корзинку еды, и очередь уже наша подходила к кассиру, чтобы платить, он выходил на улицу и начинал курить. Ну, один раз у него это прокатило, второй раз, конечно, нет. Когда мы второй раз пошли, и я смотрю, что он опять, значит, собирается, ну, от кассы отходить, и я ему сказала: «Хуан Мануэль, подойди ко мне, пожалуйста, сюда». Куда вроде пошел? Встань, и это... Я говорю, я не собираюсь за твои продукты платить.
Если, говорю, ты сейчас отойдешь, или, либо, говорю, давай мне деньги, то, что ты набрал в корзине, сейчас, говорю, я посчитаю. И, или это, ну, я не буду покупать эти продукты. Он, значит, ну, встал с нами, достал 10 евро, дал мне, значит, мы купили продукты. На следующий раз мы снова вместе пошли. И когда очередь, значит, уже подошла, он ни слова не говоря, он просто ушел быстро, но он следил очень, чтобы я отвлеклась, я стала разговаривать с сыном, он быстренько ушел, типа, курить. Я развернулась, Ильясу говорю, вытаскивай все, что он наложил в корзину. И мы тут же все, что он наложил в корзину, вытащили. Когда мы пришли домой, Вася, когда мы пришли домой, и мы потом такую смешную картину наблюдали. Он, конечно, ничего у нас не спросил, а просто мы смотрели, как он шарил по ящикам, по холодильнику, вот, и искал свои продукты. И после этого он с вами больше не стал ходить в магазин. В общем, ну вот такая вот особенность испанская. Они, кстати, вот даже я хочу сказать о работе. Вот, чтобы, ну, успешно найти работу вот в Испании, нужно, чтобы тебя представил человек, который, например, очень долго в этом Пуэбло живет, и он ручается за тебя. И это, в принципе, совершенно им не трудно сделать. Вот, например, Анна, с которой мы в бассейн ходим, она всю жизнь, она родом с Люрет-де-Мара, она с легкостью может меня представить кому-нибудь, и я бы нашла работу. Но она не будет этого делать, я не знаю. Они вот такие, в их сознании какое-то вот странное, вот это, они не помогают, никогда никому не помогают. У них, ну не знаю, они, но при том нашу помощь они с большим удовольствием улыбаются, на халяву с нами там посидеть в баре они радуются, значит, на халяву поесть, это они первые. Но сами они никогда, никогда, вот с нами Серхио ездил, поездки, никогда он не предложил нам за бензин заплатить, или никогда он не предложил нам съездить на его машине, никогда. Он с нами везде ездил, но никогда он нам не предлагал, чтобы, ну хотя бы он бы заплатил за нас в баре то, что он с нами ездил. Никогда этого не было. Вот такие вот они испанцы, в общем. Поэтому очень сложно с ними жить. Я не знаю. Ну, конечно, бывают исключения. Бывают исключения. Я видела мужчин, которые, ну, нормальные тоже, которые умеют и поделиться, умеют помочь, но их очень мало. Я думаю, что это виновато все-таки вот это вот потребительское воспитание, которое сейчас идет с телевизора. И оно, поймите, у нас как-то вот, особенно мой возраст, вот мы из Советского Союза, кто... Помните, у нас же не было рекламы, и у нас не было вот такого потребительского какого-то отношения ко всему. А у них, она же, вот эта реклама, сколько она там, у них лет уже, наверное, может, 30 идет, и правильно, целое поколение уже выросли, которые хотят только мне, больше, и помогать, они даже не понимают, что такое помогать кому-то, вот. Ну, в общем, продолжая про машину, когда... В общем, все это были такие неприятные какие-то скандалы. И Ильяс у меня не заинтересовался, мой сын, Испании, когда он получил у меня документы. Он тут же попросил, чтобы я ему купила билет на самолет, и он улетел. Вот. Ну, буквально через 4 месяца мы с Хуаном Мануэлем расстались. И у меня начались злоключения с моей машины. То есть Хуан Мануэль, оказывается, ходил по Бедрерусу и всем рассказывал, что я машину эту купила ему. Хотя она была полностью оформлена на меня, но он всем рассказывал, что это его машина. Вот. И, в общем, я стала звонить и требовать, чтобы он вернул мне машину. На это он стал кричать, что я ему должна 8000 евро. За то, что он мне и моему сыну сделал документы, и что машина – это типа ему компенсация за то, что он вообще тут это, как бы со мной жил. Это, ну сволочь, она и есть сволочь. В общем, как же мы вызволили эту машину? У меня была в то время знакомая,
в Бедреросе и украинка. Она жила с каталанцем, и, в общем, как-то мы один раз поехали, ну, не знаю, куда-то мы ездили. Ну, в общем, я заканчиваю, и, в общем, это моя знакомая, украинка, у нее был муж, муж у нее каталанец, он сейчас есть. В общем, мы подъехали к бару, увидели, я увидела там свою машину, и, в общем, мы припарковались, я выскочила, побежала в этот бар и увидела, что он там сидит. Я подскочила к нему просто в ярости, я стала кричать на весь бар, что отдай мою машину, или у тебя будут проблемы. За мной следом Хавьер зашел, он ему тоже сказал спокойно, отдай ключи от машины, или у тебя будут проблемы. Он сказал, давайте выйдем. Когда мы вышли на улицу, он встал, начал что-то про страховку, там говорит, что у него страховка еще не закончилась на машину, что дайте мне еще доездить. Я говорю, я ничего не знаю, давай, в общем, ключи. И он так, это интересно, раз и схватился за левый карман. И я тут же руку у него схватила, залезла в карман, выгребла оттуда, значит, ключи. И все, мы пошли, машину открыли, вышвырнули все его вещи. Значит, я там в бардачке нашла свои документы. Значит, Хавьер сразу сел за эту машину, и он увез ее к себе в гараж, поставил. Вот. Но злоключения на этом не кончились. Не кончились. Эта подруга у меня попросила для своего зятя эту машину, раз я, ну, на ней не собираюсь ездить. И сказала, что постепенно она мне за нее заплатит. Но так до сих пор она мне за эту машину не заплатила. Она все время пользуется. Мало того, что она налог за дороги не платит. И сколько я ей по телефону звонила, с ней скандалила, она меня тоже не слушает. И, в общем, я не знаю. Я думаю, что надо с Лешей опять ехать, искать, где находится эта машина, забирать у нее ключи и продавать ее на свалку, потому что она уже вообще ни в каком негодном состоянии, и ремонтировать ее смысла уже нет. И если я ее сдам металлолом, мне где-то примерно 500 евро за это дадут. Вот я хочу закончить этот рассказ, что, как бы, ну, может быть, кто-то скажет, что это не зряшная покупка, но для меня вот эти 1800 евро я выкинула вообще на помойку. Столько мне это стоило нервов, столько это у меня жизненных сил унесло. В общем, это глупость. Если я просто хочу сказать женщинам, что если вы не собираетесь водить машину, никогда не покупайте ни для кого. Ни для сына, ни для зятя, ни для кого. Ни для кого. И я сейчас думаю, если сын мой хочет им водить машину, пусть он сам себе покупает машину. И, в общем, вот такая у меня головная боль сейчас. Это представьте, вот сейчас надо ее гнать на груе, значит, в свалку в эту, продавать 500 евро. И, значит, 3 года она пользуется, значит, за 3 года она ничего не заплатила за эту машину. Может, да, даже там вдруг какие-нибудь это штрафы есть. И вот я сейчас еще прям в ужасе все время думаю, что сейчас, может, какие-то там есть штрафы, налоги, все это вот такую глупость иногда превращаются наши желания, которые, ну, как бы, необдуманные, непродуманные. Ну, на этом я заканчиваю, потому что у меня батарейка заканчивается. В общем, большое всем спасибо, кто меня смотрит. Пожалуйста, комментируйте, говорите, что вы думаете по этому поводу. До свидания. Всех люблю. Всем желаю здоровья, удачи. В общем, не знаю, что еще сказать. Ну, у нас еще в Испании лето продолжается, у нас тепло, хорошо. Если кто хочет приехать, вот немножко у нас тут было холодно, но сейчас опять снова жарко. Опять вот я сейчас утром встала, вообще жара. Можно опять идти на пляж, загорать, купаться. До свидания, до следующих встреч.